Приветствую всех своих подписчиков, а также случайных зрителей. Как вы наверняка знаете, индустрия NFT и DeFi сейчас развивается очень обширно. И новые проекты появляются практически каждый день. Однако чаще всего они являются очень низкопробными или просто скамом, ну либо они копируют другие, более успешные проекты на рынке. И как правило, многие из этих проектов, они просто долго не живут. На их токене катаются, да, то есть вначале в него заходят, ловят хорошие иксы, ну а далее цена токена просто укатывается в ноль. Однако в моем сегодняшнем видео я хочу рассказать вам о проекте с более серьезным подходом, команда которого пытается привнести что-то новое на крипторынок. Данный проект называется DSpace. Он представляет собой блокчейн-протокол, находящийся на стыке NFT и DeFi технологий. Сейчас у него имеется только бета-версия продукта, но после запуска полноценной версии DSpace будет представлять собой агрегатор DeFi проектов с разных блокчейнов, на котором пользователи смогут из одного места совершать операции со всеми популярными DeFi протоколами, зарабатывая при этом Coinback токенами DES за каждую сделку. Помимо этого, в составе DSpace планируется запуск собственного лендинг-протокола для получения и выдачи займов, обеспеченных криптовалютой. Причем агрегатор от DSpace будет работать не только для заменяемых токенов, но также и для NFT, позволяя покупать и продавать незаменяемые токены независимо от конкретной платформы. И при всем этом DSpace является еще и кросс-чейн-проектом. Его собственная сеть DeChain представляет собой своего рода Layer 2 решение, которое может передавать информацию и токены во все популярные блокчейны, такие как Ethereum, Binance Smart Chain, Polkadot, NEAR, Avalanche и Flow, а также интегрироваться с децентрализованной файловой системой IPFS. И в основе экономики DSpace лежит собственный утилитарный токен DES. Он будет использоваться для снижения комиссий на услуги DSpace, и можно будет оплачивать транзакционные сборы, использовать для залога при становлении валидатором по модели DePods, а также за DES будут торговаться NFT на платформе DSpace, и в токенах будут выплачиваться награды Coinbackом всем пользователям экосистемы DSpace. В данный момент токен DES уже запущен в оборот в виде ERC-20 и BEP-20 токена и торгуется на нескольких децентрализованных биржах – PancakeSwap, Uniswap, Dodo, OneInch и так далее. Однако больше всего ликвидности у него присутствует на PancakeSwap, поэтому если захотите купить токены, то лучше сделать это именно на данный DEX. Причем команда DSpace ведет себя довольно честно и прямо говорит, что они не заинтересованы в листингах на централизованных биржах, так как для их молодого токена это неэффективно. То же самое касается и заявления о цене. Я пообщался немного, да, с разработчиками проекта, и ни про какие 1000 иксов у своего токена они не утверждают. Да, честно говорят, что можно будет получить 5-10 иксов уже в ближайшее время. Оснований для этого есть несколько. Во-первых, это грамотная токен-экономика DES. У них ограниченная эмиссия, и большая ее часть сейчас находится в блокировке. Поэтому в обороте имеется крайне мало токенов. Но разблокировка токенов будет происходить постепенно. Например, ближайший разлог запланирован на 21 октября. Во-вторых, токен DES уже на данный момент имеет утилитарное применение. Их можно стейкать, получая за это от 25 до 45% годовых в зависимости от пула. Ну а скоро должен запуститься и фарминг для пар LP с токеном DES. Ну и в-третьих, DSpace имеет действительно мощную идею и команду. Даже просто изучая сайт, видно, что подход у разработчиков к своему проекту очень качественный, в отличие от всяких скамов однодневок. Собственно, так думают и многие партнеры DSpace, например, такие как DuckDAO, Polygon, Chainlink, AdvaDAO, Pulse и SpiderDAO. А ключевым советником DSpace является Люминг, сооснователь таких проектов, как Tron и VillageDAO. Поэтому у DSpace, на мой взгляд, есть очень большие перспективы. Конечно, инвестировать я вас не призываю, это решение вы должны принимать только самостоятельно после собственного изучения проекта, ну и оценки всех рисков. Но я советую вам присмотреться как минимум, да, к этому проекту.
Мне кажется, что он очень достойный, и здесь могут быть иксы. Все ссылочки на данный проект я, как обычно, оставлю в описании под этим видео. Переходим и изучаем. Ну а у меня на этом все. Я желаю вам большого профита и всем пока!